Ты удивительный, когда это мне говорят, все удивительно, и счастью нет преград. И мне так хочется ответить словами любви, просто кому-нибудь рядом сказать, как удивителен ты. Просто кому-нибудь рядом сказать, как удивителен ты. Когда эти слова мы с душой говорим, весь мир окрыляем мы сердцем своим. Эх, давайте же будем в людях доброе искать, чтобы могли мы друг другу сказать: ты удивительный. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Невидимов. Это прямой эфир, и сегодня мы отмечаем праздник 1 год нашей программе «Ты удивительный». Сейчас я нахожусь в своем дорогом и родном семейном центре «Добрик». Это мое детище, в котором я провожу очень много времени, занимаясь с детьми и занимаясь программой. Со мной мои друзья, как вы видите, это Кот Шмотя, Ежик Сюпапу и, конечно же, собачка Жужа. Должен предупредить, что этот прямой эфир, он не столько для детей, сколько для, наверное, родителей. Для деток мы делали отдельный, у нас был прямой эфир, где мы встречались с ними, и там была собачка Жужа и Кот Шмотя, которые отвечали на вопросы деток. Сегодня же работа будет и общение будет больше, наверное, со взрослыми, но деткам тоже можно будет рядом присутствовать, конечно, ничего секретного рассказывать такого я не буду. К тому же сегодня я постараюсь спеть для вас несколько песенок из нашей программы, чтобы вы тоже вместе с деткой могли их послушать. В этом году отмечается не только 1 год программе «Ты удивительный», но также я лично праздную еще десятилетие своей педагогической деятельности, потому что именно в 2001 году, точнее в 2011 году, я впервые начал напрямую работать с детьми. До этого я работал в театре кукол, тоже для детей, конечно, но через сцену, да, через ширму. Но с 2011 года я впервые вышел к детям напрямую и начал с ними заниматься. Было это уже в Санкт-Петербурге, и в одном детском центре, где постепенно я, набираясь смелости, скажем так, подбирал слова для детей, чтобы рассказывать им о чем-то важном, о том, что меня самого волновало, и о том, с чем бы я хотел с ними поделиться. Какие же у нас итоги этого года? Чего же мы достигли за этот год? Что у нас получилось? А получилось у нас ровно то, что за этот год мы смогли записать 1 ТВ-эпизод программы «Ты удивительный», собственно говоря, с которого все и началось ровно год назад. Также вышло 10 выпусков, аудиовыпусков программы в виде подкаста, который мы загружали. Выпуск выходил раз в неделю по одному выпуску, и каждый из них был посвящен какой-то одной теме. Чтобы снимать продолжение, мы запустили краудфандинг на сайте Planeta.ru. Многие из вас, наверное, видели нашу активность по этому поводу, где мы выкладывали различные новости, акции о том, как проходит сбор средств на продолжение съемок программы. Вот. И я считаю, что это такая большая работа была проделана, да, 3 месяца мы собирали средства, собрали средства в итоге на то, чтобы окупить расходы, все, которые были у нас связаны с производством подкаста, и нашли человека, который может нам предоставить оборудование для съемки ТВ-версии. Программа началась с того, что она родилась сначала в голове, в сердце, а потом начала как-то оформляться в каком-то визуальном виде, в виде текстов, в виде каких-то презентаций. И на одну из таких презентаций откликнулся мой друг Георгий Нефедов. Он музыкант, гениальный музыкант, не побоюсь этого слова, из Санкт-Петербурга. Он играет на балалайке и знает много-много-много людей в нашем городе. И с его помощью я нашел Павла Полухотенко, который стал моим соратником, партнером в этом проекте. И вместе с ним мы продумывали концепцию программы, ее составляющие части, выстраивали динамику. Вот, и вместе приступили к созданию сценариев. Я писал сценарий, Павел редактировал эти сценарии, добавлял то, чего я не заметил, корректировал как-то, скажем так, свежий взгляд со стороны был. И потом мы выходили уже на запись. Первый эпизод ТВ-программы мы все были на съемочной площадке. Я, собственно говоря, можно сказать так, на сцене, Павел по ту сторону в качестве режиссера. Таким образом, мы сняли первый эпизод. Было задействовано постоянных участников 9 человек. Среди них были я, и режиссер, сценарист, студия, звукорежиссер, музыкальный руководитель, художник по куклам, а также художник, который помогал нам рисовать раскраски. Вот. И еще помощники были. Помимо этого была создана еще фокус-группа, в которую вошли все те, кто был неравнодушен к этой идее, кого зажгла сама мысль об этой программе. Среди них были психологи, педагоги, родители, которые занимают активную позицию. Как сейчас модно говорить, такие осознанные родители. Вот. И благодаря им мы тестировали первые, наверное, идеи, первые сценарии, первые какие-то пробы программы, чтобы понять, как, где лучше, скажем так, употребить тот или иной момент, как лучше рассказать о нашей теме, потому что программа у нас непростая, это не развлекательный контент, как принято это сейчас понимать, и даже, наверное, и не познавательный, да, по большому счету, он больше, наверное, просветительский, углубительный такой, то есть мы помогаем деткам развивать их эмоциональный интеллект, эмоциональную базу, нравственную базу, укреплять характер через работу с абстрактными понятиями, такими как дружба, любовь, справедливость, правдивость и так далее. Это непростые темы даже для взрослых, но мы отважились на это и взялись за такой проект. Я вижу, что у нас постепенно подключаются друзья. Вот тут уже привет нам от Насти с Ярославом поступил. Слышите, ребята, вам привет. Они наблюдают сейчас, стоят за вами, смотрят, слушают тоже. Так, я спою вам песенку одну, чтобы немножко... Песня про аккуратность. Эта песня у нас была в самом первом выпуске программы, который так и назывался «Аккуратность». В его честь я, кстати, поместил на полочке модель розовой башни. Посмотрите, Кто знает, тот поймет, кто не знает, в программе про аккуратность я собирал розовую башню и на примере показывал, как можно действовать аккуратно. Аккуратность, аккуратность помогает очень нам, где порядок и опрятность. Жить всегда приятно там, если чистоту мы любим и на место все кладем, то тогда, конечно, люди гости к нам приходят в дом. Аккуратность, аккуратность улучшает мир вокруг, станет он еще прекрасней. Посмотри, мой милый друг, если каждый помнить будет, что земля наш общий дом, то тогда, конечно, люди позаботятся о нем, позаботятся о нем. Вам не видно гитару, наверное, да? Но я на ней играю сам. Конечно, я не могу играть так красиво, как играют наши музыканты, которые участвуют в проекте. Но чтобы создать настроение и поддержать атмосферу, я думаю, этого будет достаточно. В 2011 году я познакомился с методом Марии Монтесори. Это итальянский педагог, возможно, вы уже слышали о ней, которая разработала уникальную методику развития и поддержки детей, позволяющую им раскрыть свой потенциал, научиться быть самостоятельными, уметь делать выбор и, в принципе, занимать в жизни активную такую позицию исследовательскую. Мне очень показался близок этот метод, когда мы относимся к детям с уважением, когда мы помогаем им, не назидая, будто бы какие-то такие менторы, да, сверху, а находясь рядом, наблюдая за ними, лишь иногда включаясь в процесс, чтобы направлять этот молодой росточек к солнцу. И еще один из важных моментов метода Марии Монтесори в том, что вокруг детей создается специальная развивающая среда, которая помогает детям естественным путем осваивать необходимые навыки, приобретать необходимые компетенции. Постепенно, шаг за шагом я учился этому и в итоге стал Монтесори-педагогом и открыл свой Монтесори-центр, где сейчас занимаются дети от 2 до 7 лет. В 2013 году я заинтересовался еще одним аспектом в развитии детей – это духовно-нравственная составляющая. Я заметил, что вокруг очень много уделяется внимания интеллектуальному развитию, физическому развитию, этикету, поведенческим каким-то моментам, но очень мало уделялось вниманию того, что внутри, тому, скажем так, с чего все начинается, да? Как появляется дружба, как появляется любовь, как появляется чувство справедливости, терпение и так далее, и так далее. И в 2013 году я вместе со своей супругой открыл детские классы по духовно-нравственному развитию. Они проходили совершенно бесплатно, каждые выходные. Я приглашал детей, своих друзей, соседей, и вместе с ними мы знакомились с добродетелями. На каждом занятии рисовали, пели песни, играли и разговаривали об этом, об этих понятиях. Конечно же, мне захотелось идти дальше, развиваться дальше. И когда я открыл свой детский сад, само собой, это направление, оно продолжилось. И вот, к примеру, сейчас у нас в саду каждый месяц посвящен какой-то добродетели. И в течение месяца мы напрямую или косвенно возвращаемся к этой теме и обсуждаем ее, углубляемся, скажем так. И программа «Ты удивительный», она не стала исключением. Более того, наверное, она стала такой квинтэссенцией, наверное, этой идеи. И это стало, наверное, ее основным таким лейтмотивом – помогать детям в развитии их нравственных качеств. Хорошие отзывы были как от родителей, так и от детей. Причем это были отзывы не только онлайн, или в каком-то письменном виде, но и это были и живые встречи. На одной из таких встреч я получил шикарный подарок в виде большого имбирного пряника, на котором так и было написано «Ты удивительный», и был маленький человечек, который похож на меня, и много-много-много деток, которые шли за этим человеком. Без сомнения, конечно, когда мы говорим про источники вдохновения, про мотивацию к исполнению той или иной задачи, мы возвращаемся к каким-то началам, да, к самому началу, откуда, в принципе, мы об этом узнали. И для меня, конечно же, без сомнений, это семья, это родители, это детство. И вообще, в принципе, в своей работе я постоянно обращаюсь к своему детству. Держу воспоминания о детстве, вспоминаю, как у меня это было. Эта программа помогла воплотить мое, опять же, да, детское восприятие. То есть, как я это все вот воспринимал в детстве, так мне и хотелось воплотить это на экране. Поэтому от самой программы «Ты удивительный» исходит такой ореол старых советских, старых программ для детей, где был такой добрый ведущий, который медленно, не спеша разговаривал бы с детьми и рассказывал о каких-то простых, но очень важных вещах. Без ярких особых костюмов, какого-то грима, быстро сменяющихся кадров и так далее. Мне хотелось замедлиться, намеренно замедлиться, потому что то, что я сейчас вижу в этом сегменте детского развлекательного телевидения, и не только телевидения, это, конечно, ужас с точки зрения формирования как психики, так и эмоционального интеллекта. Я понимаю, что сейчас все ускоряется, в принципе, да, и потоки информации совсем другие, не те, которые были в 80-х и даже в начале 90-х. Но все же мозг, он устроен таким образом, чтобы усваивать информацию постепенно, да, конечно, он может адаптироваться и привыкнуть, но к чему это приведет? Сейчас я наблюдаю очень большой процент детей с различными отклонениями, с различными особенностями в развитии, с которыми мы работаем или пожимаем плечами от того, что не знаем, как с этим работать. Все это вот результат такого ускоряющегося мира. И мне захотелось замедлиться и немножко понаблюдать.